дорабатывает и обязательно пишет отчет, да, чем закончилось. Да? Поэтому ведущий восстановительных программ всегда звонит, если люди не пришли, и уточняет, да, там, что случилось, да, там, решили не мириться, что-то еще произошло, вдруг не... Вдруг там как-то предыдущим сказали то, что хотел услышать взрослый человек, да, потом не пришли. И стало выясняться о том, что либо люди сами встретились, либо они списались, да, поскольку это все-таки вещи, связанные с межличностными отношениями, они написали друг другу в Вайбере, ВКонтакте и так дальше, и продолжили свое общение. По сути, они разрешили конфликт. Да, вот.